Так, у нас тут новый водитель. Теперь так. Поехали. Илона за рулем. Сейчас красный. И нам сейчас поворачивать? Не, дальше. Сейчас просто притормаживай. Там же за мостом будет поворот. Там тоже светофором. Дистанцию держи. Если заванешь, не успеть затормозить. И резко не тормози, чтобы сзади тебе никто не притулил. Довезет она нас сегодня путем. Я постараюсь. А, ты сюда снимаешь? Нет, я сюда снимал, да. Потом переключил на хайвей. Алина, ты где? Все покажись, живы. Покажись на видео. Все. Переключи туда, на улицу. Пошел улицу смотреть. А вот это что за въезд? Это съезд. Мы сюда съезжаем. Мы сюда съезжаем. Оказывается, говорят, не сидят. О, есть человек, который сидит на улице. Это сейчас перестраивается. Да, но пока вот как занят за вот этими машинами. За этими машинами. Можешь вот эту ноги дают сильно переключить? Всегда смотреть стречку, пропускать. Угу. Так если, да, а если будет стрелка? Ну да, стрелка нет, но стрелки сейчас нет. Давай, поехали. Но стречку пропускаем. Ага. Вот тут белую машину, а на притором все поворачивает. Да. Да, стрелка загорелась. И вот для затоми, за черными туда. А тут, тут есть сюда все. Ну, это здесь можно 65, но можешь. По этой дороге можно? Да, уже разгоняется. Въезжаешь в первую, потом будешь подстраиваться. А тут нельзя. Не надо поворот. Здесь не надо поворот. Нет, ты въехал, а потом будешь поворот включать. Вот включай поворот сюда. И подстраивайся. Смотри дорогу, дорогу. В зеркало посмотрю, включил поворот. Пока есть здесь. Пока есть здесь. Здесь можно 65. Перестраивайся, посмотрю, перестраивайся в эту линию, если что. Чтобы никому не мешать. Мешаешь так? Нет. Зеркало сейчас смотри. Зеркало я могу поворачивать. Да, смотришь в это зеркало и в то. Когда хочешь сюда, смотришь сюда и в это. Здесь можно ехать 70. Ну, 70 не надо, 60 машин. 65 нормально. Вот можешь попробовать спид лимит. Сейчас можно бросить, а тут конечно.
бросил. Бросила. И типа ногу на педали, да? На этой надо. Отключено. Нет, вот, ты его только сейчас включил. Да, ну у тебя был выключен, ты надо щелкнул. Все, убирай ногу с педали. Все, теперь я, надо тебе добавить, руку держи вот здесь, добавляй скорость. Ногу на педаль не ставь. Ну, лучше пока тебе это, этим не заниматься. Сейчас. Пока сама, то уже когда будешь хорошо водить. Хорошо. Потому что держи пока газом. Едь, следи за дорогой. Я не сильно близко к той полосе? Не, нормально, по центру идешь. Так, съемка сюда вовнутрь идет. Посмотрим эмоции. Еще далеко. Все, так едь, больше никуда не это самое. Нет, я не устала. 64 держи, 65. Ну, я еду 70, достаточно тебе 65. Если, ладно, сейчас, собственно, никого нету. Убирай ногу с педали. Убрала. Ну, как бы, придерживай там на всякий случай. Ну, если тормознешь, сразу она выключится, круиз. Ну, я как бы переставила на ну, где стоп, понял? На всякий случай. Да, 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 все правильно. Понимаешь? Если что, чтобы туда нажимать. Ну, придерживаешь где газ и сразу раз на стоп, если надо. Вот она тебе сама ведет. Добавляешь 67, много? Вот 65. Я обычно вот здесь руку держу и большой палец у меня здесь. Можешь поставить туда, попробуй. Сама потренируйся. Понятно. За дорогой следи. Как бы, ну вот тут руку держишь и тык-тык-тык. Не, ну здесь вот минимально 40, наверное, можно здесь ехать. Впереди вот показывают Лойн-Лей, она же третья будет. Через 3 мили. О, 1/4. Как бы еще далеко до нее. Самое главное, когда ну, там куда-то в сторону смотришь, ты можешь в руля уйти. Как бы постоянно надо, если куда-то надо глянуть, раз, как бы. Потому что если надолго отвлечешься, сама не заметишь, что ты уже съехала. Не понимаешь, как могут ехать и писать смски и вообще разговаривать? Это со временем. Для меня пока это непонятно. Кому тебе надо смску? Давай, начинай уже. Уже надо тренироваться. Надо практиковаться сразу. Да, я видел. Подъезжаю, она красится на ходу, там себе макияж делает на стопах. Так что тут успевает все. Так, онлайн через 1.5 мили, да? Да. Это еще помню. Еще, ну там запомнишь, там магазин такой большой будет. Охотник. Точно, он за поворотом так будет. Держи ровно.
магазин. Поехали. Ну там. И... Потом перестроишься. Пока едет так. Ну, можешь потихоньку включать повороты за вот этой машиной, только дай от нее дистанцию. Сюда перестраивайся. Никогда резко не перестраивайся, всегда плавно, долго перестраивайся. Все, едь, газ дави. Чтоб человек заметил, что ты перестраивайся. И как бы это, потому что если ты резко, он может тебя не впускает, газу дает, а ты уже перестраивайся. А права у вас девушка есть? Да. Да, ну хорошо. Я в сумочке. Я сегодня взяла их. Ты, думаю, ты закон нарушаешь. Нет. Так, это сейчас езжать? Ну, он, да. Вот сейчас, да? Да. Лонг Лейн, видишь, наша улица. Ну, а по этой улице ты же уже ездила. Там, теперь перестраивайся сейчас туда, тоже поворот включи, может тебя кто-то глянет в зеркало. Да, он едет сзади. Я имею в виду, что ты ему не подрезала, вот в этот ряд. Нам. Ну все, можешь поворачивать тоже за ними аккуратно. Дистанцию там держи. Дистанцию держать, ну как, а то уже сама научишься. Я тоже люблю. Потому что бывает секунда, ты где-то зеванула и... Ну, у нас было так, с девчонкой ехали, и она вот так вот стояла, и впереди с той линией поехали, а это нет. А было расстояние очень близкое, и она в него. Ну, там надо аккуратно. Посмотрим твои эмоции за рулем. Рома будет смеяться. Скажет. Илона, что ты там кривишься? Ну, я когда волнуюсь, начинаю губу кусать. Ну, что дорогу снимать? Та же дорога. Дорогу я уже снимал. Эту. Переходить из линии в линию. Надо следить сюда за зеркалами, чтобы никому не подрезать. Угу. Главнее надо, потому что если он тебя не впустит, ты ему сразу ударишь. Я просто стояла, я думаю,
пропускает он или нет. Ну, ты, да, ты должна в зеркало видеть, пропускает он тебя, не пропускает, ты чувствуешь. Если он притормозил, он, значит, не приближается к тебе. А есть такие, которые не впускают? Ну, тут уже смотри сама. Но никогда резко не пересрайся, делай плавно. У меня как-то было, я тоже на хайвее перестраиваюсь, я его не заметил, он меня как засигналит, это самое, а он уже где-то тут рядом. Так, здесь на красный можно, но только если не мешаешь никому, поворачивай. Никому не мешаешь, значит. Нет. Что я аж вспотел уже. Да, легче тебе будет. Заворачивай. Тоже в зеркало посмотри, чтобы никто не обгонял тебя. Угу. Давай, 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 давай. И давай, потихоньку влазишь. Давай, давай. Не, никогда не спеши, да, потихоньку давай. Ага. Прохожу. Все, давай, проходишь. Теперь выравнивайся. Примерно расстояние одинаково, как в Вольве ближе. Угу. Там далековато. Да ладно, ну, уже. Пойдет. Все. Все. Ну теперь всем скажи, пока. Все, довезла, пока. Всех довезла. Подписываемся, ставим лайки. Всем пока. А ты что, канал открыла? Я папин канал продвигаю просто. Ты чё? А, ну конечно, тогда да. Если так, то да.